Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как RimWorld. Все, что нам сейчас нужно, это ядро И. А где его взять, это нужно договориться с фракцией. Чтобы договориться с фракцией, нужно повысить репутацию. А повысить репутацию нельзя никак. Замкнутый круг. Тем временем у нас настала зима в сентябре. А, ну под конец как раз сентября нормально. Стоять, а по идее мы можем что-то им подарить, да? Вот эту всю кожу подарим. Плюс 5 репутации, что маловато. В зависимости от стоимости, наверное, да? Ладно, пускай так будет. Это не считается теплой одеждой, окей. А, пиола тогда быстро, 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 пиола. Беги сюда быстрее. Серьезная гипотермия, да? Бронекуртка 49. Ну, пиола, ты сама выебываться начала. Иди, надевай. Так, технологии. Да, корабельные реакторы. Да и чих сходит с ума. Я рад. Давай, я в тебя верю. Ё-моё, ты косой. Кто есть рядом? Дроид один, помоги ему сюда. Все, идите по своим делам. Так, теперь, когда голодание животных началось, настало время настоящего индюшка-апокалипсиса. Вот вы останетесь, а эти все остальные подохнут с голоду, и как раз у нас 3 яйца еще на подходе. Испортилось из-за температурных условий, что? Внутри 18 градусов, алё. Давай ты поешь, потом возьмешь свою хорошую винтовку. Потому что, Ксения, ты реально начинаешь бесить. То есть нам пласталь нужна, и все. Еще нитрамин. Ксения, если ты так же чудить будешь, то мы тебя скоро изгоним, думаю, из деревни. Спиди начал чудачить, не по носу золотуха. Бзыть! Ты серьезно? Ой, бля, вообще не вовремя. Тут хоть нормальная температура? 8, да, градусов. Нужно лечение, перепел. А что с тобой? Ожог. Да господи, сам себя вылечь. Инфекция заражения у кого? Перепела? От ожога? Чё ж все не слава богу-то? Нормально же все было, чё тут начали опять? Сернер, вот я не понимаю, что ты постоянно срываешь? Что тебе не нравится по здоровью? А, у тебя ломка. Я забываю об этом. Давайте мы Сионеру для расслабления пиво разрешим. Потому что меня это выбесит, штука. Из-за гриппа умер ленивец. Прикольно. С этим ничего не попишешь. Агрессивные животные. Кто это? Кобры. А, ну они не опасные. Так, у нас хлопка много. Поэтому уменьшаю область для посадки хлопка и увеличиваю для хмеля. Ксионера истерика. Джордан. Приветствую его. Бедный Ксионер, а. Ксионер, ты побудь за пленник. Не вступать в контакт. Короче, лечись. Ты бесполезен сейчас, потому что у тебя есть ломка. Давайте, пока есть возможность, мы из гранита вот так вот сделаем сейчас. То есть максимально укрепленную стену. То есть это нужно тупо для защиты, чтобы они вот сюда вот вообще не, вот даже мысли у них не было, чтобы они хотели сюда ломиться. Я вот как бы беспокоюсь, главное, чтобы сейчас пельмень себе в этих стенах не замуровал, а то он может. Возможно, это тупо большой перевод гранита, но мне кажется, будет лучше защититься, то есть лучше перестраховаться. Мы можем спросить, где находится ядро И. Ура! То есть я совершенно рандомно сделал прийти к месту. От нас недалеко это. Сколько примерно мы идти? То есть вот такой вот круг приходится сделать, потому что нельзя обойти, да? Суммарное время пути 3-4 дня. То есть в декабре вообще не хочется идти, потому что еды будет мало. И муфала у нас нету, да, сейчас, ты хочешь сказать? И чё, тянуть кота за яйца? Снаряжу всех. Карман. Единственное, что я боюсь сейчас, оставлять колонии без присмотра, но думаю, если что, они смогут защитить. Так, снарядить караван. Построить маршрут сюда. Построить маршрут. Зря, наверное, я не дал налет сейчас. Отменить отправку каравана. Шикарно, они вот сейчас напали.
Какие-то Rattle Pistol и какие-то неизвестные мне доселе. Я понимаю, что они нападают. Сейчас? Господи. Что это такое? Они разрушают стены, зачем? Тут же у них есть проход как бы сюда, алё. Ой, блядь. Они начали разрушать стены. Зачем только? Чё у них, ножи и да молотова? Так, и сак сюда. Сак сюда встань. Сначала с коктейлем молотова дубашьте его. Так, а питомца нужно назначить на изгой, чтобы они спаслись. Исаак, спасайся. Джордан. Добивайте их, это пидоры. Так, тушить все. Все. Так, Исаак, ты отдыхай. Дроид, ты тоже отдыхай. Так, я понял, вот эту стену надо сносить. Нахуй, что она мешает. Есть другой вариант. Давай этим займется босс, а? Чего у тебя, Исаак, смертельного? Через 3 часа смерть. Почему тебя не лучшими медикаментами лечит, а как трепьем? Ну ладно. Давайте сейчас у нас Исаак тогда выздоровеет, и мы пойдем туда уже. Я понимаю, что сейчас время идет, и у нас есть шанс, что схрон пропадет, потому что там 3 дня только туда идти. Но я ничего с этим поделать не могу. Пожар. Пожар. Ё-моё! Что? Ай, блядь. Надеюсь, у никого дебафа нет теперь за то, что дроид умер. Нет, никакого дебафа нет, замечательно. Не самое я удачное время выбрал для того, чтобы время схрона узнать. У меня еще минимум 2 дня есть на подготовку всего. То есть мне сейчас нужно за 2 дня сделать нового дроида. Сочувствие здоровья. Среднее заражение. И ты вылечишься. Рэнди, 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 Рэнди. Что ж ты делаешь-то со мной? Псих-корабль. Так, давайте строить. Так, дроид 2 построен. Он сейчас пойдет, по идее, себе оружие убирать, да. Лемень, давай ты достроишь. Так, нет, Лемень, ты строй, пожалуйста. А, он недалеко от нас, я думал, в ебенях приземлился. Потому что недалеко от нас, это неплохо. Что, пиздец какой-то. Исаак у нас повар. Поэтому у нас ничего не готовится, это тупо. Не то, что тупо, это плохо. Сейчас Исаак, надеюсь, пойдет готовить, он сообразит, что нужно ему делать. Из этого, что Исаак должен остаться здесь. Лучше Исаак сюда встань. Все готово. Тогда начинаем. Так, а такой хуйни я не ожидал. Так, вы вдвоем отступайте. Исаак, отступай. Собачка, ладно, собачка ничего страшного. Нет, вы продолжаете атаковать этих. Спиди, Спиди, убегай. Спиди, убегай, убегай, убегай. Перепел, атакуй. Опять бедный Исаак. Чего тебе по здоровью?
Не опасная левая рука. Давайте вы не будете все стоять, а будете атаковать, а? Спиди, блядь! Спрячься. Белый Рэйми умирает, ладно. Исаак, перебеги сюда. Так, босс, перебеги сюда. Дроид, убегай, убегай, дроид, убегай! Найс, так, спиди, дроид,